В Самарской области стартовала прививочная кампания. На бесплатную вакцинацию от гриппа могут рассчитывать 1 миллион взрослых и более 300 тысяч детей. Закупили препарат за счет федерального бюджета. Врачи напоминают, сделать прививку желательно до начала сезона, потому что для выработки иммунитета необходимо от 2 недель до месяца. Побочные эффекты у отечественных вакцин, по словам специалистов, минимальны. Сделать прививку можно в районной поликлинике по направлению терапевта. В целом по Самарской области за эту неделю, когда в городе Самаре был зарегистрирован превышение эпидпорога, эпидпорог превышен не был. Хотя количество заболевших по сравнению с предыдущей неделей подросло. Вот за предыдущую неделю было зарегистрировано 9460 человек. Госпитализировано 243 человека. Чем больше будет количество привитых, тем меньше возможности будет у вируса проводить вот эту естественную, свою природную мутацию, свое естественное преобразование.